Маркер, который закрашивает маркер. Клетчатые, линчатые. А там есть какие-то конфеты, что ли? Крашки. Очень милые. И... А еще вот смотри, какая красота. Я не хочу учиться. А хочу жениться. Хочу спать. Жениться? Всем привет, меня зовут Маша. И сейчас я наконец-то в Одессе. И по традиции мы приехали в эпицентр, снимаясь back to school. Поэтому пошли. Идемте посмотрим, что в этом году новенького в нашем эпицентре из канцелярии. Школьного ярмарка осталось 7 дней. Но сейчас мы посмотрим, что тут есть интересное. И первое, что мы видим, это самолетик Мрия. Смотрите, какие игрушки классные в магазинах. Обязательно нужно такой самолет купить. Смотрите, самолет Мрия, который у нас в первые дни войны разбили. Это самый большой транспортный самолет, который по всему миру развозил гуманитарную помощь и помогал всем людям во всех странах. А сколько он стоит? 579 гривен. А еще есть вот джавелин, да? Mm-hmm. Это такая, я не знаю, как это называется. Котик на машину. Короче, кстати, стрелялка. Котик на машину. Котик на машину. Ой, еще маленькие джавелинки есть. Okay. Вот мы пришли в отдел канцтоваров, и сейчас давайте посмотрим, что тут вообще есть. Так, огромный выбор рюкзаков с собачками, с принцессами, с машинками, с лисичками, с собачками еще, с какими-то совушками, с котятами, с коалами, или кто это вообще, с какими-то енотами, футбольные какие-то, с мячами. Есть еще пиксельные, с пандочками, какие-то ромбики, ну и самые обычные. Ну, в общем, я смотрю, ничего такого совсем нового нету. Ну да. Наверное, когда начнется школьная ярмарка, может быть, сюда какие-то новиночки добавят. А вот посмотрите, что я нашла, куча разных рюкзаков разного цвета, и каждый может выбрать себе какой-то по своему вкусу. Ты себе, наверное, вот этот выберешь, да? Как ты угадал? Вот еще зеленый, кстати, красивый. Тут два цвета зеленых. Вот есть вообще двухцветные. Розовые, кстати, классные рюкзачки. И очень недорогие, 229 гривен. Ну, вообще, из необычных рюкзаков, который мне понравился, это вот такой вот какой-то леопардовый, вот такой вот в божьей коровке рюкзачок. Вот это вообще огромный какой-то рюкзак непонятный. И вот такой вот пушистенький мне понравился. Я предпочитаю самые обычные. Кстати, еще тут светится вот эта вот штука. И просто самый обычный рюкзак. А вы, кстати, напишите в комментариях, какие вы больше любите. Самые обычные черные или какие-то вот такие вот необычные цветные? Так, что у нас есть из как всегда, какие-то блесточки, переливашки, бабочка, еще одна переливашка и еще одна переливашка. А вот смотри, какой-то блестящий лохматый пенал, или даже это косметичка. Вот пеналы для любителей авокадо. Тут есть очень разные авокадо. Котики какие-то, вот такие авокадо, короче, нарисованные мультяшные, даже более правдоподобные. Вот этот более правдоподобный, это больше мультяшный, это еще косик какой-то, там еще куча всяких. А вот смотри, какие классные. Это, правда, для младших, наверное, школьников. Вот такие вот, смотри. Прикольно. Очень прикольные. Так, Маша, я это не понимаю. Почему мягкие игрушки в отделе с канцелярией? Что они делают тут? Что пеналы. Это пеналы. Вы все в школу такой пенал взяли или нет? Мягкую игрушку. Его точно на уроках будут забирать. Еще силиконовые пеналы. С какими-то обезьянками. Что это тут еще есть? Монстрики. Еще какой-то обычный силиконовый. Это вообще какой-то кошелек, макарунчик. Там еще какой-то был. А еще смотри, я нашла авокадо. Это тоже как эти обезьянки или пандочки. Тоже такой пенал мягкий. Да. Вот плюшевый пенальчик собака. С единорогом тоже плюшевый. Вот вообще непонятно кто, но очень миленький. Лунтик какой-то. Да. Как всегда, разный огромный выбор ножниц, скрепок, каких-то резинок. Еще я нашла тут огромный стенд с маркерами, но они что-то... А, вот, они вот так вот делаются. Они, блин... Сейчас. Ну, короче, они какие-то вот так... поломанные маркеры. Нет, они вот так вот выдавливаются. Вот, видишь? Зачем такие маркеры? Вроде бы акриловые. Или как они называются? Я не знаю, что это за маркеры. Смотрите, очень много разных видов, разных размеров, разных номеров. Маша любит вот, очень смотри. Такие маркеры. Я же говорила, это типа акриловые. Это как краска. Это маркер, в котором внутри краска. Глиттер маркер. Огромный выбор. Целый стенд. А вот огромные наборы
с маркерами, но это самое огромное, которое тут есть, хотя нет, вот еще супер огромное. Тут 80. Да. Смотрим, какие там. Давай. А тут есть еще супер маленькие. А он не открывается. Они все запечатаны, а но... тут еще есть супер маленькие. Да, по идее, это такие же наборчики, просто они немножко в других упаковках. Такие вот большие наборы. Маша давно мечтала о таких маркерах, но почему-то мы никак не можем выбрать, потому что в этих наборах разные наборы цветов. И разные какие-то они есть, да, какие-то как краски рисуют, есть как кисти. То есть это чтобы взять полноценно для рисования, нужно, я не знаю, сколько таких коробок набрать, чтобы у тебя все цвета были. Итак, look of the day. Блокнотик с вот такими вот осами, пчелами, какими-то тараканами. Смотри, там еще что-то пересыпается. Да. Не знаю, как это связано с этими тараканами, но... Внутри обычно блокнотик. Так, с лимончиками. Какой-то еще. Вот такие кожаные. И кстати, вот эти очень красивые такие. Они разных цветов. Вот еще с лисичкой есть. Ой, лисичка классная. А это, смотри, есть такого цвета и... И еще, наверное, какого-то цвета. Как всегда, огромный выбор еще вот таких вот блокнотиков. А теперь посмотрите, недорогих. Да. Да-да. Огромный выбор на любую тему, любого цвета. Однотонный, со всякими ежиками, с разными, смотри, узорами. Вообще, как кухонная плитка какой-то. С цветочками, тематические, спортивные. С кофеечком. Да, такие красивые. Big Happy, смотри, какой блокнот. Ух ты, вот этот вообще классный. Тут еще несколько таких, смотри, есть. Вот, вот. Очень красивые. Очень простые и очень красивые. Бабочка, а вот собачка. На пружинке с какими-то, я не знаю, медведиками. Вот собачка еще. С газировкой. Что это за мини-блокнот? Класс. В общем, блокнотов много. Человек с котом. Очень классно. Смотри, гарно, аж жуть. Вот еще, смотри. Якая заряжена. Примайся, работа, я бегу. Наполнено. Мотивашки такие. Вот. Ну и самые обычные. Угу. Вот еще снизу, кстати, тоже разноцветные. Угу. Очень классно. Это вообще, наверное, ежедневники. А вон, кстати, я вижу ручки. Необычные ручки. Какие-то новогодние. Или кто это такие? Смешарики. А теперь мы попадаем в отдел с разными ручками и наборами ручек. Каждый год мы на этих отделах зависаем дольше всех. Смотрите, какие ручки силиконовые. С улиточками. Это кого-то котика нашла. Сердечко. А, это как в том отделе мы видели. Смотри, какие-то новогодние. Добрый день. Добрый день. Смотри, сердечко, единорожка. Усики, смотри. Ручка, усики. Вот еще единорожки тоже. Так, это что у нас такое? Это у нас какая-то ручка с морскими какими-то звездочками. Разных цветов. С разными динозавриками есть, смотри. Вау. Кстати, этого в прошлом году не было. Да. Можно динозавров коллекционировать. Вот еще динозавров. Смотри. А это, мне кажется, ручка, на которой украшения. Мне кажется, их можно снимать. И будут браслетики отдельно носить. Браслетики, брошки. А вот смотри, какая милота. Ручки, сквиши, вот такие лапки. Разных-разных цветов. Так, что еще тут нам нравится? Что еще тут необычного? Улитками, это с супер огромными усиками. Ой, какая милота. Класс. Она еще такая резиновая, приятная. А вот смотри, какие классные ручки. Олень с супер длинными рогами. Какие-то египетские собаки. Фараон. Фараоны. Так, это обычные ручки. Это какие-то, я не знаю, кто это, такие штуки непонятные. Маша тут внизу что-то нашла. Смотрите. Типа как ловец снов. Ручка с пушком и с такой подвесочкой. Да. Красивая, красивая. А вот ручка какая-то, я не знаю, не вылупившийся цыпленок, что ли? Или что? Это такое кошка. Такой типа как раз с клубком. А вот смотри, какие ручки классные.
Я не знаю, может быть, они обычные, но они очень красивые, очень блестящие. О, смотрите, какой разноцветный. А еще нашла ручку, меч. Этих котиков Маша уже показывала. Вот ручки. Смотрите. Очень удобные ручки. Пушистики. Такие интересные ручки с блесточками. Они тоже есть разных цветов. Потом есть какие-то с мячиками разными. С какими-то розочками. С какими-то динозавриками. С единорожками. Ой, вот эти классные. С квадратными котами. И мне кажется, это ластики. Мне тоже так кажется. Это необычные. И вот это всякие единорозики, улиточки. Вот это мне очень нравится именно. Да, это улиточка. Просто улиточка сегодня фавориты какая-то наши. Угу. Надо будет, когда мы приедем на закупку, обязательно взять... Пистолеты. Пистолеты? Пистолеты-какашки. Какашки. Смотрите, кстати, на ручка эмоджи. Скидка 29%. 49 гривен такая ручка стоит. Взять себе, что ли? На работу ходить. А мне еще, например, понравились вот такие вот ручки. Мне вот такие. Смотри, вот. Тебе понравились цветочки, да. А мне понравились вот такие пушистики. Потрогай, они ой, просто пушистики. Классные. Есть вот такие маленькие пушистики, а есть вот такие большие пушистики. Ага. И вон пчелки, кстати, красивые с цветочками. Так, а с другой стороны у нас опять куча блокнотиков, уже других. Тут есть вот такие кожаные, которые я показывала, вроде бы они были в другом отделе. Есть с вот такими вот собачками, очень милые, и с вот такими вот штучками, с ёжиками есть, тоже прикольно. Класс, вот этот я просто в восторге. Угу. С разными цветочками есть, какими-то единорожками, вот такой вот закрывающийся на замочек есть. А там какие-то конфеты, что ли? Нет, это с секретом, мне кажется. У меня такое в детстве было постоянно. А еще, смотри, я нашла блокнот с маской для сна. Знаешь, как это называется? Это называется, ну ладно, я хочу учиться. А хочу жениться. Хочу спать. Жениться? Какой-то динозавр. Это какие-то вообще корпорация монстров. Да. С такими-то быками, смотри, с быками. Я, кстати, не рассмотрела сразу, что это быки. Мне показалось, это просто черточки какие-то. Так, клетчатые, линчатые. Буквичатые. Буквичатые. Точечка-чечковые. Размазанно-бовые. Уходим из отдела с блокнотами, потому что их тут реально очень много. А вот еще с котиком, смотри. И самый обычный тоже очень красивый. Ой, а вот смотри, какой с котиком. Очень классный. А вот еще, смотри, мини счастливый Рик. А что там внутри? Короче, с мотивационными разными подписями. Это такой, он прям вот такой вот глянцевый, да? Капец. Классно. Так, на обычные ручки обзор, наверное, не нужно делать, потому что их очень много разных. Есть, наверное, Машины любимые. Какие твои любимые ручки? Я не вижу их. Самые обычные, где же они, где же они, где же они? Я их не могу найти. Вот, нет, не эти. Биг? А нет, они супер обычные были. Они, скорее всего, были вот тут вот. Короче, Машины супер обычные ручки тоже есть, но мы их не можем найти в этом огромном выборе из ручек. А вот стикеры. Стикер зайка, стикер кто-то, груша, стикер лимон. Смотри, какой лимон классный. Ого. Стикеры какие-то котики, акула, панда. Вот такие вот, это мои самые любимые, потому что они очень красивенькие, неоновые. Их можно и как закладки использовать, и как какие-то там, я не знаю, отмечать, что тут стрелочка, кстати, стикер. Сердечко. А вот, смотри, с собачкой, какой классный. Смотри, сердечко разноцветное. Сердечко классное, да, в этом году стикеров тоже очень много. Так, из маркеров, что необычное есть из маркеров в этом году? В этом году, мне кажется, все как в прошлом году. Ну вот разве что вот такие необычные. Можно, да, ногти ими красить. Конечно, да. Кстати, у тебя когда-то такой был, он удобный. Я, кстати, обычным маркером умудрялась все волосы красить, поэтому это вообще не мой уровень. А вон еще, кстати, мороженки есть. А, еще есть вот такие перламутровые, которые мы тоже видели в Румынии. У нас в Украине они тоже есть. Смотрите, золотой маркер, который даже черный закрашивает. Очень классно. Смотрите, и стоит 39 гривен. Капец. Маркер, который закрашивает маркер. Вообще. Я в шоке. Так его даже не видно, смотри. Я в шоке. Смотри, просто. Мне кажется, только черный маркер мог что-то закрашивать. Да, мне тоже так казалось. Да, нужен тебе такой?
Нужно обязательно купить. А может, смотри, есть еще какой-то, который закрашивает черный? Давай посмотрим. Поединок. Да, прикинь. Практически закрасил. Но все равно не очень. Этот золотой намного лучше. Да, вообще. Так, ластики. Давай смотрим. Ластики с запахом. Огромные, гигантские ластики. Ластищи прямо. Ага. Ластитищи. И вот я смотрю, еще какие-то наборчики необычные. Ой, смотри. Кексики. Разные. Вот есть супер разные. Они пахнут, интересно? Нет. Не пахнут? Это все обычные ластики. Вот такие вот наборчики детские. Обувь. Кстати, кто играет с Барби, можно вот такие ластики купить, использовать как обувь для кукол. Да. Так, это что такое? А что, смотри. Это какой-то необычный ластик. А там это еще хэллоуинский набор. От пенопласта какие-то крупинки, которые по этой... Хэллоуинский набор. Ячейки бегают. А еще Маша тут нашла одну классную штуку, показывай, что это. Вот. Это гумка для Олифтя. Такая держалка для резинки. Ой. О, она длинная. О. Что это такое? Короче, нестираемая резинка, которую можно постоянно по мере стирания выдвигать. Ау. А еще смотри, какая крокота. Поделёк. Смотри, какой пуделек необычный. Может, там еще какие-то есть собачки? Нет, только пудельки, но посмотрите, какой он просто необыкновенный. Просто супер. Тебе обязательно нужен такой пуделек в школу. Маша сказала, ага-ага, бери мама себе на работу. Ручка какашка, ластик. Пуделек накакал. Ну ладно. Ой, точно. Нет, я обязательно возьму такого пуделя себе и ту какашку. Мы вам показали разную канцелярию, которая тут есть. В следующий раз мы покажем обновленную школьную ярмарку. А вы напишите в комментариях, какого цвета Маше в следующем видео купить канцелярию. Мы вам показали все, что есть. А вы пишите, какого цвета канцелярия сегодня наиболее интересная. Ну и на этом все. И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайки, подпишитесь на канал Наша Маша. И всем пока-пока!